Владимир, поздравляем вас с победой. И скажите, насколько вы оцениваете как тренер, насколько установка перед матчем оправдала себя на матч вашей команды? Ну, во-первых, хочу поздравить всех болельщиков МБК Николаев с этой победой. Важная победа для нас. Любая победа важна, но сюда мы ехали, готовились к тяжелой игре, потому что у нас было несколько игр на предсезонке, две игры. Домашняя игра, они все шли примерно по одному сценарию. Мы отрывались, потом нас догоняли, потом даже мы проигрывали были моменты и выигрывали в такой нервной концовке. Удавалось нам победить. Эта игра не стала исключением, она такая же, как бы можно сказать, что сами себе устроили такие проблемы, потому что начали игру достаточно хорошо, на высоких скоростях, прорывы были у нас реализованы, то, чего раньше не удавалось добиться. Ребят в защите играли хорошо, потом остановились, возможно, усталость, возможно, сложно сказать. Но проиграли щит свой, вот 17, сколько на своем щите, проиграли это очень много. После половины было 8 проигранных, во второй половине еще 9 проиграли. Вот. И за счет борьбы на нашем щите Харьков как бы удалось нас достать. Но победа важна для нас, важно, чтобы мы ее одержали. Не упустили свой шанс, скажем так. Скажем так, как вы оцениваете игру, скажем так, исходя из противостояния Политехника и Николаева с учетом и предсезонной подготовки? Политехник прибавил, на ваш взгляд, из каких соперников? Как сказать, сложно сказать, было 6 иностранцев на турнире в Харькове, потом осталось 5, сейчас опять 5 иностранцев, как бы иностранные спортсмены, ну, достаточно такого высокого уровня. Вот. И как бы не скажу, что прибавил, может быть, прибавил в организации, потому что эти предсезонные матчи отличаются тем, что больше как бы все-таки иностранцы играли, да, Рощняк, Кузин, Козлов, как бы два игрока, которые из украинских помогают. Ничего не изменилось, по большому счету. Никто не вмешивается, но более организованно мы стали играть. Отлично, спасибо.